Всем привет-привет, меня зовут Инна, девочки, сейчас я вам покажу свой заказ Faberlic. Я собрала два заказа, потому что получила подарок. Как я вам говорила, в ноябрьском заказе можно было подписать нового подписчика и сделать заказ на 49 рублей в одном каталоге, потом в следующем месяце на 29 во втором, и в подарок была вот такая палетка, нашумевшая палетка. Вообще с абсолютно разными отзывами, в том числе и плохими, и хорошими. Я вам все расскажу и покажу. Вот это вот палетка теней. Естественно, я вам говорила, что я подписала, чтобы вот эту вот не упустить, да, возможность, потому что я-то уже подписана, а палетку хочется на халяву. Чтобы получить палетку на халяву, нужно было быть новым подписчиком. А так как я уже подписана, я подписала Ивана Николаевича, сделала на него заказ и получила вот эту вот красоту. Ну, давайте сразу с нее и начнем. Вот с самого такого интересненького. Не буду оставлять это напоследок. Во-первых, посмотрите, как она красиво смотрится. Именно сама палетка. Вот в таком мятном цвете. Она, ну, такой, не знаю, летний, мне кажется, у нее дизайн. И вы знаете, отзывы противоречивые. Меня просили сделать на нее обзор. У меня сейчас макияж выполнен этими цветами. Я уже отгуляла при дождливой погоде. Уже 2 часа, уже, в принципе, обеденное время, то есть полдня я с ними. Что я могу, девочки, сказать вам про эту палетку? Я вам говорю честное свое мнение. Так, кисточку мы сразу убираем, она никчемная, естественно, во всех палетках. Девчонки, вот если говорить такими простыми словами, то я скажу так, палетка как палетка. Чего-то вау нету, но и чего-то плохого я тоже о ней не могу сказать. Мне очень нравится растяжка цвета. Не мои, только вот эти вот два средние вот эти вот оттенки, вот эти кирпичные. Я такие не люблю, все остальные абсолютно оттенки для меня. Вот эти вот холодные смоки можно делать, такая, знаете, повседневная такая классическая растяжка цветов. Также есть цвета, которые, несмотря на огромное количество теней у меня, здесь я нашла впервые. Вот эти вот два оттенка, которые наносятся на подвижное веко. Вот у меня сейчас нанесен на подвижное веко вот этот оттенок. Ну, он такой, знаете, я не знаю, персико-оранжевый, невероятной красоты оттенок. Я хочу сказать, что все оттенки абсолютно сатиновые. Тут, здесь нету разделения на матовое, сатиновое, шиммерное. Все оттеночки сатиновые, они все легкой пигментации. Даже если взять, вот давайте возьмем какой-нибудь из темных оттенков. Посмотрите, вот пигментация, ну, пигментация сатиновых теней, то есть сатиновые тени не будут у вас огромными такими краской, знаете, такой браться, то есть такая пигментация повседневных теней. Вообще, я этой бы палетке вот по 10-бальной системе поставила бы крепкую восьмерку. Ну, даже не знаю, почему там ни девятку, ни десятку. Мне хватает в ней всего. Единственное, возможно, я бы сделала один ряд, например, сатиновый, один ряд матовый. Но так как палетка заявлена типа Celebration, знаете, там Celebration Makeup, то есть вечернее, да, праздничное макияже, то раз такая задумка, значит, этому было место быть. Например, чисто вот такого качества теней в моей коллекции не было, поэтому я ей довольна. Я вам вставлю картиночки с разными макияжами, то есть я ей уже пользуюсь, по-моему, 4 дня подряд, 4 разных макияжа я делала, то есть то так, то так, то так чередую. По-моему, очень даже получается удачно, красиво, с ней невозможно сделать напятнить, там, испортить макияж. Очень классическая, вот знаете, для школьниц такая вот палетка, ну вот палетка, которая должна быть вот из первых, да, на чем можно учиться делать макияжи. Давайте я вам сделаю еще вот из этих вот, которые я сказала, не мои оттенки. Вот посмотрите, ну, я не могу сказать, что плохая пигментация, ну и, конечно, она не такая, как там краски, знаете, ну, нормальная, хорошая палетка. Я не знаю, я не разделяю плохих отзывов, честное слово. Вот, я очень довольна, что она у меня есть, тем более бесплатно. Пока я буду показывать вам остальные продукты, вы можете любоваться на мой макияж, который выполнен этой палеткой. Так, давайте, естественно, пройдемся по новинкам, по уборочным средствам.
Это пятновыводитель жидкий. Я очень люблю порошковый пятновыводитель, всегда его заказываю, но я его считаю не пятновыводителем, а усилителем порошка. То есть всегда при стирке, особенно сейчас у меня, естественно, детские вещи, кашки, пюрешки, все вот здесь, слюнявчики, естественно, я добавляю к порошку ложечку пятновыводителя, вот этого, ну, я его называю усилитель порошка. Появился в жидком виде пятновыводитель, он стоит дешевле, что не может не радовать, его я добавляю тоже, я вещи в принципе не замачиваю, я не парюсь, прям стираю вместе, добавляю вместе, очень удобно, 50 грамм добавил, то есть пятновыводитель зарекомендовал себя как и в сухом виде, так и в жидком, большая упаковка по очень хорошей цене. Так, еще из новинок. Я заказала спрей для обработки поверхности с натуральным маслом Монарды. Вообще заявлено, знаете, обрабатывать поверхности, вот где плесень, какие-то грибки, в холодильнике, чтобы запахи вот эти вот удалялись. Я оставляю там на 10-15 минут, все это убирать, я делаю не так. Я заказала плюс еще вот такую вот огромную рукавицу, ну, на самом деле она оказалась такой огромной, я думала, она будет гораздо меньше, что меня не может не радовать. Это тоже новинка Faberlic, она вот немножко грязная, но это знаете от чего? Потому что я ее не мочу. Я решила этой рукавичкой пользоваться следующим образом. Вот это вот спрей для обработки поверхности я просто наношу на рукавичку и протираю пыль. Девочки, пыль не садится. Вот поверьте, проверено мной, у меня в гостиной, там где я часто обитаю, тумба, на которой стоит телевизор, черного цвета, и вы не представляете, это самое бесячее место, наверное, в доме, потому что пыль там постоянно, то есть сколько бы ты раз не тер в день, там постоянно пыль, потому что на черном вот этом поверхности видна эта пыль, плюс там еще стоит ноутбук черный, он тоже постоянно в пыли, и сколько бы ты не тер, это просто бесконечно. Когда протираешь вот этим спреем, вот, ну, вообще ее нету. Вот, знаете, там проходит день, второй, третий, и я прям специально иду смотреть, и поверхность такая, знаете, как будто отполированная. Вот очень похоже, у меня есть в машине полироль такая, которой натираешь панель, и она не то чтобы жирненькая, но такая, знаете, как восковая такая, вот что-то типа, ну, вот напоминает мне, да, полироль в машине. Довольна я вот этими штучками, не мочу, просто в сухом виде, набрызгала, пахнет таким, знаете, травой какой-то, ну, таким вот маслом, не знаю, банным таким, и прямо обрабатываю все, прохожусь по подоконникам, полкам, открытым каким-то поверхностям, тумбочкам, полочкам и протираю. Я довольна, вот эту, наверное, тряпочку летом я отправлю в машину, потому что там пыль садится гораздо быстрее, и она вот что-то вот мне вот просится для машины, вот эта вот тряпка, не знаю, такая, знаете, удобная, одел, и тут же протер и там коробку передач, в общем, и ручки все обработал, протер. Мне нравится и то, я довольна. Так, но не все так хорошо было в этом заказе. Давайте я вам покажу, что мне не понравилось. Было и такое. Спрей антиналет. Это тоже новинка у Faberlic. Вот такой вот спрей антиналет предназначен для ванн и душевых кабин. И эффективно очищает, удаляет известковый налет, ржавчину, покрывает поверхность специальной такой защитной пленкой от повторных загрязнений. Что я хочу сказать? Знаете, обработать раковину в ванной, да, это еще возможно. То есть ты набрызгал, просто ее там помыл, все смыл, насухо вытер, и как бы, опять сравню с машинным средством, есть такое средство, называется антидождь, когда брызгаешь на лобовое стекло, хорошенько потом насухо вытираешь, там ждешь, все это заполировываешь, и капли дождя, они не остаются на стекле, не стекают, а разбиваются о стекло, и то есть стекло получается сухое как бы. Вот напоминает мне это средство, вот этот антидождь, но в чем же минус? Если обрабатывать какую-то большую поверхность, да, например, душевую кабину или ванную, нужно, ну я не знаю сколько раз нажать, 20-30 раз нажать, чтобы обработать ванную, вы можете себе представить. То есть я уже оттуда выхожу, вот такая вот, я вся в этом тумане, я включаю в ванной вытяжку, чтобы просто хоть это как-то выветрилось. Причем нужно оставлять на какое-то время, не более чем на 5 минут. Ну, то есть, вы понимаете, нужно нанести, обработать, то есть потереть, потом еще все это смыть. Ну, просто невозможно там находиться, и вот из-за того, что для обработки большой площади нужно очень много раз нажать, неудобно, вот, ну, просто полностью. Ну, и хочу сказать, что
лучше своего средства Санфор, которое справляется с ржавчиной, да, с ванной, с унитазом, вот с этими всеми делами, я не встречала. Да, отмывает, но нужно приложить усилия, нужно заморочиться, что я не люблю. А в нашей группе в Вайбере девочки выкладывали как бы такой эксперимент с этим средством, вроде как оно классно работает на умывальнике, который на кухне из нержавейки. А вот он прям и отмывает хорошо нержавейку, и тоже вот как антиналет, да, то есть там жир меньше скапливается, и раковина эта остается более чистой долгое время. У меня раковина из искусственного камня, она не берет, вот это средство не берет его вообще, ну, не знаю, буду пока пользоваться только для умывальника, вот добью, но не для меня, для меня не зашло. Еще одно средство, которое мне не понравилось, не понравилось по такой вот глупой причине. Мне нужна была сыворотка, такая, знаете, легкая, водянистая, типа спрея, типа мицеллярки, потому что сейчас батареи, не хочется там что-то там, знаете, такое тяжелое, жирное наносить на лицо, но тем не менее лицо увлажнять нужно, и мне нужно было что-то под крем и что-то легкое вместо крема для утреннего макияжа, то есть чтобы я нанесла на лицо, пока я там походила минуту, оно все впиталось, испарилось, высохло, и лицо увлажненное хорошее, можно делать макияж. Я хотела вот такую сывороточку. Я ее заказала, увлажняющая сыворотка для лица, Expert Skin Activator. Знаете, сразу испортилось у меня о нем мнение после первого раза, потому что когда ты наносишь на лицо, да, обычно это должно быть, ну, такое вот орошение, такое облако, такое вот мелкое распыление, но здесь просто водомет, просто вот, если вы смотрите, да, сейчас в Минске проходят вот эти митинги, приезжают люди на водометах, да, разгонять митинги. Вот это вот водомет. Это просто огромная, жесткая просто струя такая в лицо. Причем надо сделать этих струй, ну, 3-4, да, потому что одной струей ты не орошишь, ты не попадешь в это облако. То есть там конкретно такой удар просто в лицо, в какое-то одно место. Не знаю, очень неудачное распыление, вот этот дозатор неудачный. Ну, я, конечно, допользуюсь им. Вроде как сыворотка и неплохая, да, мне нравится, она увлажняет действительно. И так как вот она бьет в какое-то одно только место, я уже так руками немножечко распределяю и чувствую, да, что есть увлажнение, нету липкости, то есть меня она устраивает по действию, но вот этот дозатор, ну, там просто жесткий. Надо его или как-то разбрызгать, попробовать, не знаю, девочки, ну, вот из-за пульверизатора мне не очень нравится. Так, ну и похвастаюсь вам, наконец-то, своей долгожданной покупкой, это ваза. Наконец-то у меня есть ваза. У меня до этого времени не было вазы. Вернее, она у меня есть, одна маленькая, и туда ничего не вмещается. Но знаете, тем не менее, мне ваза нужна, особенно летом. Я люблю какие-то полевые цветы поставить. В Faberlic представлено два вида вазы. Вот это поменьше, 18 сантиметров. Есть еще покрупнее вазы. Очень красивая, девочки. Она, во-первых, очень такая стильная, презентабельная. Во-первых, в-третьих, там, или не знаю уже в каких, она белого цвета. Я обожаю белый цвет. В общем, она отвечает всем моим требованиям. Ваза очень крутая. Цена на вазу тоже очень хорошая. 20 рублей всего лишь. Даже, по-моему, со скидкой и дешевле получается. Присмотритесь, потому что впереди праздники. Может быть, это будет идеей вам для какого-то подарка. Не пугайтесь, пожалуйста, просто я забыла, уже новый день, и я забыла вчера показать вам еще одну покупку у Faberlic, и меня ночью, когда я кормила Дашку, просто осенило, что я же не показала вам одно из самых интересных. Это БАДы, пищевые добавочки. Знаете, очень много девчонок, когда я показала в истории в Инстаграм, написали мне: обязательно расскажи свое мнение об этих пищевых добавках, потому что я решила пройти вот этот именно курс очищения. Он состоит из трех этапов.
номер один, номер два и номер три. Вот сейчас я принимаю как бы первый номер, первая стадия – это очищение. Курс называется «Очищение». Эти БАДы содержат экстракт петрушки и предназначены для того, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма, токсины, наладить, в общем, вот наш организм, так сказать, на правильный второй этап. Второй этап уже будет ускорение метаболизма. В общем, здесь содержится экстракт петрушки какого-то особого сорта и содержится микрокристаллическая целлюлоза, то есть она помогает очистить организм. Я скажу вам так, просто сейчас такой период я взялась за себя конкретно, и конкретно это уже длится вот второй месяц. Я на конкретном дефиците калорий сижу, то есть у меня порядка 1000, даже меньше в день. Плюс 3-4 раза в неделю спорт, плюс у меня БАДы, да, очищение все это идет, и плюс у меня антицеллюлитный массаж с соответствующими скрабами, кремами и так далее. То есть у меня вообще полный комплекс, полный фэшн. И что из этого работает конкретно, то есть, ну, вы можете представить, да, то есть все и сразу. Поэтому вот прям, чтобы я что-то ощутила вот от этих вот таблеток, я не могу сказать, нужно принимать по 1-2 таблетки в день, запивая стаканом воды. Вот единственное, что мне нравится, это то, что я наконец-то могу хотя бы выпить стакан воды, потому что я настолько не водохлеб, для меня выпить, вот как говорят, там 1,5-2 литра воды, для меня это, ну, нереально. Вот я все что угодно, наверное, могу сделать, но вот выпить столько воды, я просто, ну, для меня это нереально. И благодаря вот этим таблеткам, ну, я хотя бы выпиваю стакан воды в день. Девочки, не знаю, вот что-то такого, чтобы я прям вот ощутила, нету, потому что у меня целый комплекс. Я уже чувствую огромное изменение в теле, в организме, на коже на своей. То есть я капитально взялась за себя, потому что все 9 месяцев беременности я отъедалась, я не скрываю это. Я прям ела, понимаете, я и знала, что больше такого не повторится, когда еще такое будет, надо есть, и я прям знала, что все, я 20 килограмм набрала, после родов вот у меня десятка конкретная висит. Знаете, это вообще тема такая для отдельного видео, ну ладно, раз уже заговорили, чуть-чуть так быстренько скажу. Раньше я взвешивалась каждую неделю, теперь я решила взвешиваться раз в месяц, чтобы прям видеть результат. Вот, поэтому я курс этот обязательно пройду. И первую, и вторую, и третью ступень. Вот мне нравится, что вторая ступень называется ускорение, то есть идет активное сжигание уже жира. Вот это уже будет поинтереснее. И третье – это контроль, то есть там уже блокировка идет вот этих вот тяги к мучному, к сладкому, блокировка вот этих, знаете, рецепторов наших. Я пройду, я люблю БАДы, я, правда, пользуюсь, употребляю другой фирмы, спортивная такая линия есть, израильская, но там нету именно вот для очищения организма, а сейчас я полностью, в общем, знаете, лето не за горами, обычно я берусь за себя после Нового года, но так как тут плюс очень большой, поэтому начала это все делать пораньше. Не знаю, хотите, попробуйте. Я как бы по цене считаю, что достаточно приемлемая цена. Попробовать, знаете, как вот эффект плацебо. Если кому-то надо, ну, надо пробовать все. То есть не останавливаться ни перед чем, а если все вместе, то это еще и лучше. Ну вот и все. Вот все мои заказы были в этих двух каталогах. Напомню вам, что вот этот каталог действует до конца месяца, до 29 ноября, и при подписке на Faberlic по ссылочке, на которую я ставлю внизу, естественно, при заказе в этом каталоге на сумму 59 рублей по цене каталога и в следующем каталоге на сумму 29 рублей вы получите вот такую туалетную водичку с настоящим кристаллом, с подвесочкой Сваровски. Мне кажется, получить водичку на халяву, да, кто фантик, там, фанат туалетных водичек, вот как я не могла упустить просто эту палетку, то отличная идея. Ну и у меня уже есть новогодний каталог, который будет действовать с 30 ноября по 20 декабря. Вот такой самый-самый новогодний каталог. И в этом каталоге при подписке можно получить вот такие вот тапочки очень красивые. Здесь уже, знаете, прям такой он реально новогодний каталог. Здесь очень много новинок, здесь представлено новое, все такое, знаете, блестящее, все уже к Новому году. И новый кушон здесь предоставлен, и новая пудра, и
новогодние календари, вот что я очень хочу заказать, обязательно закажу, потому что в этом году я не заказала календарь и не купила, и мне вот целый год я просто как без рук, знаете, сразу лезешь в телефон. В общем, вот такие вот были покупки, я с вами, как всегда, честна, говорю свое честное экспертное мнение. Всегда вот все новиночки, особенно что касается уборки, я покупаю и пробую их с удовольствием. Ну, я вам напоминаю, девчонки, что для того, чтобы что-то заказать, я вам просто советую не обращаться к консультантам. Ну, не потому что я так советую, но просто подписаться самому действительно выгоднее, действительно очень удобно, ни от кого не зависеть, сам себе хозяин, то есть подписался, установил приложение в телефон и пользуйся, заказывайте все, вы видите все скидки, все подарки, все бонусы, очень удобно, я очень довольна, ссылочку я оставлю внизу. По ней переходите, легко и просто регистрируйтесь и можете в тот же день просто заказывать. И оплата тоже очень простая. Если вы не знаете, как это сделать, я снимала подробное видео, как зарегистрироваться, как стать консультантом Faberlic. Ссылочку тоже оставлю, прикреплю вам. Поэтому действуйте, впереди праздники. А это отличная, знаете, такая помощь прям вот прям к праздникам. Все, обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, будем общаться и дружить. Всем пока!